Уже завтра в райцентре состоится комиссия, по итогам которой одну из улиц назовут в его честь. Сам же генерал-полковник, несмотря на свои 65 лет и тяжелые увечья, продолжает служить на благо Родины. Кстати, Валерия Петровича помнят и в Шерлыке, где он учился в старших классах. Валера Баранов пришел у нас. Самый симпатичный, эрудированный он был очень. Спокойный такой. Вот... Действительно, вот он, ну, не, девчонки были, конечно, без ума от него. Списывать давал. Он физику, математику хорошо знал, а мы у него списывали.